представителя Полспорт студии танца «Будь собой», город Лобня. Это наш гость, друг Клочкова Яна. Но сегодня она представляет вам номер по направлению «Экзотик Pole Dance». У Яны был небольшой перерыв в занятиях в связи с появлением малыша. Давайте похлопаем. Да, у нее появился ребеночек. Это очень важное событие в жизни каждой девушки. Но она все равно даже сейчас остается верна пилону и находит время не только преподавать, но и заниматься своим развитием в этой сфере. Яна – участница разных мастер-классов от именитых пол-дэнсеров. Встречаем Клочкова Яна, хореограф-постановщик, Щербакова Наталья. Аплодисменты! Становятся мамами, появляется в них какая-то еще больше вот этой кошачности, женственности, да?